Ай-яй-яй-яй-яй-яй, все, хватай, хватай, все, кольцо, ты хватай, ай-яй-яй-яй-яй-яй, ты колечечко хватай, ай-яй-яй, распиздяй. А, так, такая вот рифма, куда пошел, ты куда пошел-то, мать твою? И вдвоем они его там дабл отпенетрейтили, ну просто, ай, сука, бля. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и я нашел фанатскую группу Sonic XZ, которая называется Sonic XZ The Revenge of Exceller. Месть какого-то Excelera. Сейчас проверять будем, что тут за Exceller, что за месть. Могу сразу сказать, что главное меню похоже на главное меню игры Spirits of Hell. Многие из вас ее знают. Уровень сложности, да? Бедная душа, 10 жизней. Хорошая жертва, 5 жизней. Ад, 1 жизнь. Нет, ребята, в ад я не хочу совершенно. Давайте мы не будем, короче говоря, строить из себя Чаков Норрисов. Я не собираюсь этим совершенно заниматься. Я вот сейчас вот поправлю, как говорится. Брутально так поправлю рубашечку, причесочку, все. И буду играть на своем бабском уровне сложности, да. Брутально поправлю и в бабский уровень сложности с 10 жизнями. Потому что это мой уровень, потому что я не хочу бомбить. Так, давайте-ка мы, наверное... Ага, понятно. Так, значит, 10 жизней у меня, да? Ну, стрелочку уберу в сторону, наверное. Будем бежать. Могу сказать, чем игра отличается от Spirits of Hell. В Spirits of Hell мы сразу начинали собирать жизни за Соника тут по всяким таким штукам. О, понятно. Нет, тут другая концепция. Тут, ребята, концепция стандартной Sonic экзешной игры. Когда мы бежим, все хорошо, а потом раз и дохлые животные, понимаете, да? Я-то думал, мы сейчас будем как Spirits of Hell прыгать там по всяким верхотурам и прочему. Но вместо этого нас засасывает какой-то портал, и мы бежим, опять бежим вперед. Мы там бежали вперед, и мы тут бежим вперед. Sonic XZ бежит вперед. Нет, Sonic бежит вперед. Это обычный Sonic. Это пока не Sonic XZ. И будем надеяться, что он таковым и не станет, и останется обычным, хорошим, таким добрым Sonic. А это я мог перепрыгнуть его, что ли? Так, смотрите. Жизнь. Так, у меня уже 11 жизней, какая красота. Че, опять вперед, что ли? Да, опять вперед. Там бежали вперед, потом в следующей локации бежали вперед. Теперь катимся вперед. Ну, да, да. Такой, знаете, Соник на диете. Соник на диете, Соник на похудении. Он пытается сжигать массу, как видите, у него неплохо этого. Что за херня? Я нифига себе. Да. Это что такое? Вообще охерели, что ли? Сколько вас тут? Я не... Что это сейчас было? Я пришел, меня накуканили и все, сразу прям. У меня уже 10 жизней, ребята. Так, я понял, значит здесь, короче, клоны Соника XZ нападают. Ну-ка, надо их... Ой-ой-ой, меня подзади... Так, что это сейчас был за звук, а? Что за пердеж мамонта сейчас был? Это я ударил вот этого, что ли, который сбоку, его бить надо или что? Так, ну если так, то это хорошо. Это значит, что я сразу каким-то чудом понял, что... Может, вот этих вот ударить, не? Так, сейчас, смотрите, по башке ему. Не, они бессмертные, короче. Смотри, ему ничего не происходит, я по нему прыгаю. То есть, я от этих не избавлюсь, да? Ну, прекрасно, блин. Слушай, как тут можно с одной жизнью-то играть, я что-то не понял. Так, собираемся, соберемся, ребята. Надо бить вот этого козла, да. Вот, видите, я ему втащил нормально, да? Вот, еще раз втащил. Так, хорошо, теперь кольцо лови, главное, лови кольцо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, колечко, золотое мое, ты колечко мое не роняй, ты колечко мое поднимай, падла, что ж ты будешь делать, а? Вот же вы гандоны, а, пидорасы, гопники, экзешники, ну как вам не совестно? Так, опа, есть удар. Слушайте, а я вообще это пройду, нет? Что-то сильно жестко, они прям, вы посмотрите, эти пидоры пердят огнем изо всех отверстий, их очень много, между прочим. Много пидоров, пердящих огнем. Это плохо. Одного бы вполне хватило, и то даже много было. Да что тут происходит? Я не... Как это пройти? Это хуже, чем с AliExe Continued Nightmare по сложности, по-моему, слушайте. Я вообще что-то... Во что я нахрен ввязался? Игра так безмятежно начиналась. Мы просто... Хорошо. Мы просто спокойненько себе прыгали вперед, ну и бегали. Бегали и прыгали. Да что ты делал? Сколько раз его надо ударить, этого гандона? Сколько раз его надо ударить, скажите мне? Серьезно, я уже что-то... Все, бью и никак не побью. Так, по-моему, раз пять я... Надо ему на бошку прыгнуть, да, и... Блин, не получилось. Смотрите, очень хорошо получалось в каком смысле, когда... Да что делается-то? Отстань, козлина. Давай иди сюда. Вот, хорошо. Да выпусти меня! Вы понимаете, ты когда туда падаешь, потом оттуда невозможно выпрыгнуть. Просто невозможно, потому что он своей жопой загораживает тебе проход. И да, ты наносишь удары по этой жопе, но какой в этом смысл, если в итоге это ни к чему не приведет? Так,
А, есть, есть. Быстрее надо выбираться отсюда. Ай, ты ж падла, а. А ты ж ублюдки какие, а. Ты посмотри. Эти наглые, поганые, пердящие огнем рожи. Ну как это так вообще? Вот как можно стать таким быть козлами, а? Я просто... Просто да, что-то достает меня отовсюду, понимаете? Я вообще не могу уклониться от них. Они тупо свои... Скайрим, фусрада, блин, своим пламенем сраным, своими фаерболами мечут. Блин, это непроходимое что-то. Что я такое... Что я такое... Нахрен я это вообще скач... Нахрена я вообще это... Зачем? Надо было чем-то другим заняться, мне кажется. Ну вот смотри, он достает прям как. Ну посмотри, как он прямо достает, а. Я уже задрал Я два кольца поймал. А, ну да, ненадолго, конечно. Так. Вот удар. Хорошо, наносим. Да-да-да, колечко, 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 колечко лови ты, овечка, блин, сраная ты овечка, нахрен, сволочь ты такая, опадла. Ой, обо что? Это самое короткое. Гейм овер! Бабский уровень сложности, ребята, да. Угу. И что, так и будете стоять пердеть? По-видимому, да. А, и я сейчас все начну заново, да? Правильно я понял? Все начну заново, а че бы нет? Действительно. Не, подождите, а вот этого, кстати, я не помню. Было? Наверное, было, наверное, я просто забыл. Да что такое? Че изображения-то нет? Какого хрена? Соник стал слепым? Ну так я точно не пройду игру, ребят. Ох, ну погнали еще раз. Ну смотрите, довольно удачная на... Да. Да-да. Довольно удачная, очень удачная. Самое охренительно удачное начало. Надо, может, последить за этими козлами, как они вообще действуют. Вот видите, один на тебя смотрит и начинает бомбить, да? Потом второй смотрит, тоже начинает ловить! О, гляньте. А чё я жив-то до сих пор, я так и не понял, ну ладно. Ну ладно, это не важно. Надо просто как можно дальше быть от... Неплохо. 4 раза подряд и всосал. Ну, по крайней мере, уже лучше как-то немножко получается. Надо вот просто от тех, которые не в клубке, да, от них нужно держать... Что это так? Вот ужас-то как... Да ты чё, блин, издеваешься? Ты чё издеваешься, гандуна? Ты падла, ты тут слепорогая, тупорылая, блин, а? Давай уже ловись. Лови, лови, ловись. Рот тебя, ебись. Давай, да что ты делаешь? А, хватит подпаливать мне, жопец. Я тебя прошу, Соник Экзец. Боже, слушайте, у меня рифмы просто шикардон, шикардонские прям риф. Да выпустите! О, я его могу еще как-то в воздухе поддалбливать, да? Смотрите-ка. Точно, я еще могу ему так по роже втащить. Нормально, а чтобы... А почему бы и не втащить бы по морде этой скотине, да? Он заслужил, я считаю. И почему я не могу прикоснуться вот к этим пацанам? Я не могу к ним даже прикоснуться. Даже не суть не в том, что они там огнем пердят своим, да? Смотрите, мы вот так вот будем очень аккуратно подбираться к нему исключительно с этой стороны. Нет, я же говорю, исключительно с этой стороны. Туда вообще лучше не падать. Давай, лови кольцо. И это кольцо лови, все кольца лови. Вот, молодец, так, все. Смотрите, смотрите, смотрите. Нет, ну я же хотел, ну тот какой там, кто там оставил этот зазор, этот сраный, зачем? Зачем он там нужен, кто-нибудь объясните мне. Ладно, еще раз. Так. Опа, бах. Вот, видите, удар нанесли, теперь отошли. Сейчас вот эти в меня огнем пердят, я уже готов. О, гляньте-ка, я начал уклоняться немножко получше. Блин, так, все, ловим, ловим, ловим. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. О, спасибо, мне кольцо отбросили, по-моему. Джордан мне отбросил кольцо там слева, молодец вообще парень. Молодец, пацан, грамотный прямо, тип. Да что, попусти, ты же зажал, зажал это, падла. Ты посмотри, а. Вы видели, что было, вы видели, что было, вы видели, что было. Я думаю, все видели, что было и никогда не забудут. Это было эпично, нахрен. Так, ну вот опять, видите, вот опять же ж вашу мать. Ай, 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 все, хватай, хватай, все, кольцо, ты хватай. Ай, 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 ты колечечко хватай. Ты колечечко хватай, ай, ай, ай. Распиздяй. Да, так, такая вот рифма тоже. Тоже имеется у меня такая. Все, все, все. Че, куда что каташ? Такая, такая. Да. Очень печально. Очень печально, ребята. Мне грустно. Я боюсь, что это надолго. Я боюсь, что это очень надолго. Я не знаю, сколько раз его надо бить, этого ублюдка, но. По-видимому, немало.
Да я хнитыхтыхтарта, потестаката таштата, тараташтара. Бадаха, куда? Куда? Куда пошел? Да куда пошел-то, мать ту? И вдвоем они его там дабл отпенетрейтили. Ну просто. Ай, сука, бля! Я пальчиком ударился, ё. Ну что делать? Играем дальше. Да, что? Не, давайте до конца при вас добью уже эти две жизни, да? И потом буду сам мурыжиться с этим говнищем, блин. Ну да ты просто ад какой-то. Что я, нахрена я вообще? Вот оно мне сильно надо, я не понимаю. Но мне за это не дадут $1 000 000. А даже если бы дали, оно бы того не стоило, по-моему. Ой, как грустно-то, а. Как грустно стало, да? О, шикарно. О, еще лучше. Это прям... Прям я молодец. Куд? Что, это просто эпик фейл за эпик фейлом. Я не понимаю. Эх, ну ладно, пофигу. Смотрите-ка, я, между прочим, ударил его уже до хренищу раз. О! О, он умер! Он умер! Так, что, прошел я, что ли? Блин, да я сейчас сам тут сдохну, ребята. А что дальше-то? Ну, умер он и что? Смотрите, я могу... Убежать? Не понял. Мне обратно бежать или что? Ну, как бы камера сместилась в эту сторону, наверное, мне надо обратно бежать. Я справился наконец-то, господи, боже мой. Да неужели, блин? И что? Появится новый портал какой-то или типа того? Чё-то я наяриваю нахерач. О, гляньте. Доступна еще одна жизнь. О, у меня теперь опять 11 жизней. Между прочим, я вот сейчас прошел со второго раза, то есть только одну жизнь просрал. Было 11, стало 10, и теперь опять 11. Снова восстановил. Но! Чё дальше-то? Кто орёт и какую обезьяну там насилуют, блин? Да вот эти мудаки, что ли? Успокойтесь, пацаны, чё вы орёте? Ну да. Не, ну я все равно не зря, получается, вернулся, да, за жизнью? Так, хорошо, и что дальше? О, серьезно, это только... Игра еще и не началась-то толком, получается, да? Что? Ну-ка, подождите. За Тейлза надо, наверное, пробежаться назад, да? Нет. Что за... Ну, давайте попробуем, да? Интересно. Музыкальные эксперименты с Тейлзом, да, у нас тут происходит. Мне кажется, что это я вернулся туда, где Соник начинал. То есть Соник пробежал вот эту часть пути в самом начале игры. А Тейлз, получается, эстафету взял и продолжил, да? Но я вместо этого как дурак побежал назад. Ну, блин, ну я проверял, ну надо же было проверить, понять, что да как. Ладно, хорошо. Бежим вперед, окей, я понял. Все, мы бежим вперед, мы вообще стремимся, устремляемся, стараемся. Бах! Так, куда-то сейчас залезем. Что вот здесь будет? Я просто... А, это конец демо. Ну, вы знаете, может быть, это даже и хорошо, потому что я уже отбомбил свое с битвы с клонами Sonic XZ. Вот это жесть, это просто... Sonic XZ за Sonic XZ, и Sonic XZ погоняет в XZ и так далее. То есть это XZ, 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 и на XZ верхом XZ, и низом XZ, боком XZ. Много очень было XZ, и эти пидоры мне просто... весь мозг просто, да, поэтому... Да, вот попляшите, потанцуйте, ребята, под музыку, два ублюдка. Я с вами на этом попрощаюсь. Ну, с вами тоже попрощаюсь, ребят. Давайте на этом заканчивать. Если понравилось это видео, лайкайте, комментируйте, подписывайтесь, жмите колокольчик, поделитесь, рассказывайте друзьям. Вступайте в группу ВК, ссылка внизу в описании. И всем счастливо, всем удачи, всем пока.